все выполняется на тренировке, да, и, слушайте, каждую тренировку нет безразличных, все хотят больше, 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 больше. Вот, даже порой складывается такое ощущение, что надо кого-то останавливать, тормозить, но мы этого делать не будем, вот, и хорошо, что это трансформируется в играх, вот, и всегда нам играть сложно, но, тем не менее, ребята вот на одном дыхании с первой минуты до последнего, все одно единое целое, и они заслуженно сейчас идут в лидерах, и дай бог, чтобы так все продолжалось, и я в них очень верю, что так оно все и получится. Ножки работают. Оп! И вот, 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 вот. Два, три. И. Хорошо. Пошел. Знаете, хотелось бы сказать, что это признание нашего клуба и нашей команды. И здесь лучшего в этот месяц получили, наверное, все футболисты, все сотрудники клуба, руководство клуба, да, администраторы, массажисты, доктора, весь тренерский штаб. То есть вот я абсолютно благодарен им, и это их общая награда, наша общая, мы должны это разделить. И разница лишь в том, что мне, наверное, ну, посчастливилось попасть на обложку этого журнала, да, но это абсолютно точно всех заслуга. Это они стали лучшими. И мы должны на этом не останавливаться, мы должны двигаться наверх и должны становиться лучше в следующем месяце, в следующем, и двигаться только поступательно. И я благодарен всем сотрудникам клуба и ребятам, футболистам и за их веру в то, что мы делаем, за их самоотдачу, за их профессионализм и за то, что они никогда не понижают планку, а наоборот повышают ее каждый день. Вот, пожалуй, они лучшие. Один, Коля!